Здравствуйте, друзья! Я нахожусь на улице Максима Горького. Сейчас конец ноября, выпал снег. Год назад вот здесь спиливали дерево. Я снимал ролик об этом, о том, что дерево было с пометкой под санитарную обрезку, а его снесли. Друзья, смотрите, у нас стоит санитарная обрезка, а они его сносят нафиг. Здесь должно быть крест, чтобы сносить, а они его сносят даже без знака. Кто-то позвонил, кто-то сказал по фотографии, ну молодцы. По договору они обязаны не только были спилить или обрезать деревья, но еще и выкорчевать пни. Весной из-за коронавируса, может быть, или нет, не знаю, пни не выкорчевывали, деревья новые не сажали. Сейчас осень, и вот я вижу лунки. Вот отмеченное место краской и лунка Горького 207. Вот Горького 205, где обрезали вот это дерево. Вот еще одно место Горького 205, лунка. И вот мы сейчас идем к Горького 201, это Следственный комитет. Здесь тоже обрезали деревья в прошлом году. И тоже здесь должна быть выполнена компенсационная высадка. Потому что деревья не все приживаются. И компенсировать надо больше, чем сносишь. Вот четвертая лунка. Так вот, эти лунки уже больше месяца. В октябре был день древонасаждения. Перед этим днем лунки выкопали. А прошел уже месяц, даже больше, и никто ничего не высадил. У меня, собственно, вопрос. А зачем нужны такие подрядчики, которые уже целый год не могут высадить деревья и выкорчевать пни? И было ли им заплачено за эту работу? Или они получили все заранее, то есть когда сносили деревья, и уже ничего не должны делать? Или уже эти работы приняты, как будто никто не проверит. Вот, прошу разобраться, прошу посадить деревья, или если уже поздно, то весной сажать эти деревья надо. Пеньки вычерчивать, а подрядчику ничего не платить за его плохую работу.